И Серлия – самое удаленное от районного центра село в Басаробяском районе. Оно является административным центром коммуны, в состав которой также входят села Богдановка, Карабибер, Ивановка. Согласно последней переписи населения, здесь живет порядка 1300 человек – болгары, гагаузы, молдаване, русские, украинцы. Традиции в этом многонациональном сообществе складывались десятилетиями. Но менее года назад одна из них была нарушена. Главой местной администрации впервые избрали женщину. За преподавателя гимназии Людмилу Ротарь в ходе внеочередных выборов отдали свои голоса 65% избирателей. Новый примар старается оправдать их доверие. Ну, я родилась и выросла в этом селе, знаете. Я хочу сказать, что мы слишком много друг о друге знаем. Ну, конечно, трудности есть. Я не могу сказать, что все прекрасно и все в розовых цветах. Нет, конечно. Но это жизнь, это работа. Во-первых, она для меня очень новая. Есть такие нюансы, которые я не встречалась никогда в жизни. Но у меня есть очень хорошие помощники, очень хорошие друзья, которые мне помогают, особенно в трудный момент. Я имею на кого положиться. Проблем, требующих срочного решения, в коммуне более чем достаточно. И Людмила Ротарь знает о них не понаслышке. Жители Богдановки, где осталось не больше 20 человек, говорят, что чувствуют себя отрезанными от остального мира. Из соседней Ивановки добраться до села, расположенного за железнодорожной линией, на машине невозможно. Ближайший переезд находится за несколько километров. Мы живем очень как перелумяще, как на той свете, как живем мы. Нету ничего у нас хорошо. Нет ни газ, ни шап, как дики, одни старики. Мы по 60 лет, я как 60 лет, мы самые молодые. А остальные все, я как кемам скоро, не в никакие люди на Италии. У Рашид шаве воспаление двух сторон, пиомания. Скоро, но винит пеешь. Ну не объясняй, у винит пипартичи, он мой еще пута фашен тот фильм. Бабушка, ты не знаешь, как объяснить, как... Да что объяснить, я спустя через линию, да ее крест стряк линия. Да но я марсет, тато, сейчас пен содусен кола, содусен мялко, винит он квась. Для жителей села даже приобретение продуктов – это непростая задача. Единственным спасением для живущих здесь пожилых людей является социальный работник. Галина Желиховский в любую погоду добирается до своих подопечных – на велосипеде, либо и вовсе пешком. Тащу им воду, кушанье. Два раза уже сегодня ходила. Ходила Бессарабку, утром тащила продукты, теперь и Серлию ходила. И вот так каждый через два дня, три раза в неделю. На сегодняшний день в селе не осталось ни одной молодой семьи. Трое детей супругов Луцик работают за границей. Одна дочь в Басаробяске. Поэтому внуков они видят редко. Ушли, потому что нет воды, нет газа, нет кондиции, нет ничего здесь. Как жить? И хотим, чтобы хотя бы наши дети вот были, имели... Жители Богдановки очень надеются, что новый примар поможет им решить хоть самые насущные проблемы. Аж дори, я каспондрил, тут суфляш, тут я нема. Аж дори, макар сам вакондрум, спату вио, скоро из нас догнем инкас, но не газа. Я кому я спуник примарица, нас рупнит о судьми. Что сморок, сапуй макар нечти кетри, же кто тротуар, макар с птем реши, ден сад, с птем дуще панакола, орла Иванка, оренкола, но и ну ишим. В центре коммуны Исерлия расположены дом культуры, магазины, детский сад, гимназия, в которой учатся порядка 90 детей из 5 окрестных сел. Свою деятельность осуществляют 11 экономических агентов. В основном они занимаются сельским хозяйством.